Привет. Ушибла ножку сегодня. Сильно. Сегодня у нас проходила такая тренировочка, знакомство с акробатикой на батуте. Вот, это я выложу, кстати, в ролике. А это у нас Алекс Фитнес, который находится на Восстании. Да. Ушибла ногу и не знаю теперь, что делать. Прям хруст был жуткий. Вот. Но зато я попыталась сделать сальто. В общем-то, у меня, наверное, чуть-чуть получилось. И ролик я выложу на канале у себя в понедельник, во вторник. Так что так. Я не знаю, что это был за хруст. Может быть, это связки, может быть, это просто ушиб. Но прям тяжело ходить, если честно. Я думаю, что я сегодня, может быть, поделаю какие-нибудь упражнения. Руки я не качаю, спину не качаю. И, короче, я обездвижена. Так. Нет, я занимаюсь и в лигове занимаюсь. Я много где занимаюсь, много куда хожу. Снимок надо будет. Я не знаю, если меня будет беспокоить эта фигня, то, конечно, надо будет сделать снимочек. Ну, а, скорее всего, это под вывих. Ну, вот. Мази согревающие. Вообще говорят, что согревающие мази... Непонятно, что там, может быть, нельзя греть. Так, да, Валерон огромен, конечно же. Но мы уже с ним знакомы были, то есть мы познакомились на России в Екатеринбурге несколько лет назад, поэтому, в общем-то... Но, конечно, со временем он стал еще больше. Так, отравишься, то еще что? Ну, бывает. Я сегодня думала, что я все могу, и попыталась сделать сальто. И сальто не получилось, я плохо приземлилась на ножку, и ножку ушибла. Вот, так что сижу, все вокруг качаются, а я сижу. Да. Не знаю, может быть, попытаюсь сделать пресс лежа как-нибудь, и какие-нибудь, может быть, нагрузки, не знаю. На руки ничего не качаю, плечи не качаю, поэтому... Сереженька ходит мой тут, занимается. Он молодец. Так. Обмотать эластичным бинтом. Ну, да, я думаю, что... В принципе, все средства хороши, надо будет попробовать. Надо будет что-нибудь попробовать. Так вот я сегодня выгляжу. Худая, совсем худая стала. Практически не мышечная, но практически. Так что так. В общем, кто будет есть таракана? Кстати, это хороший вопрос по поводу таракана. 15 число уже не за горами, но... В принципе, мы так, мы с Сережей, спасибо вам большое, спасибо, очень приятно. Маникюр, вот маникюр. Такой вот маникюрчик. Красивый маникюр, да? Кому надо, кому интересно, пишите ВКонтакте, скажу, где сделать. На Дунайском проспекте, Дунайский проспект, не помню, какой там адрес. Так, нет, не делала, привет. Так, Гошан у нас в зале. На Газпроме. Я буду выступать. Да, буду выступать. В общем-то, я по поводу прессы, ребят, ну, осталось очень мало времени, конечно. Я, наверное, не успеваю. Ну вот, 15 число надо будет показаться. Нет, почему? Ваша не спит в туалете, чего вы взяли? Так в маленьком квартире уживаетесь. Слушайте, на самом деле все нормально, уживаемся. Я постоянно с кем-нибудь живу, и по двое, и по трое, и все у меня в порядке. Это будет маленький секрет, куда я пошла. Но я могу сказать, что в бикини я была, я была в бодифитнесе, была в классическом бодибилдинге, в Women's Physique. В общем-то, в принципе, у меня все это неплохо получается. Так что... Так, лучше каком? Каком проб? Чуть еще показать. Дядя Сережа в зале занимается, ему не до меня. Там у него сегодня тренинг, и он сегодня будет что-то снимать для своего каналчика. Будет снимать что-то для каналчика. На осень планируешь, выступать? Да, планирую. Мы с Сережей вместе будем готовиться. В общем-то, я спортивный худыш, там пресса не видно. Так, ну, я рада за тебя, что ты видел меня на Ютубе. Почему Сережа так слил? Бред полный. Так, ты, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно. Сережа не слил. Он сейчас, не знаю, подойдет ко мне, не подойдет. Подойдет. Посмотрим. Я его не буду звать. Он плавно идет. Та-дам!
ты что, занята делом? А я не могу. Я пыталась подтянуться, короче, я не могу. Не можешь подтянуться. Mm-mm. Дашенька не может подтягиваться у меня. Я тебе реально говорю, не могу. Почему? Ну, я... Потому что надо вставать, и когда я приземляюсь на ноги, это вообще капец просто. Mm. Это адская боль. А, то есть только я буду тебя держать все время. Ну ты же не будешь меня держать все время. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Кожбанка своя. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Оп. Ну чё? Чё? Чё здесь, Серёж, красивый какой? Серёж великолепный, надо называть. Серж великолепный. Ну да. Называй, Дашенька, меня Серж великолепный. И вы тоже называйте меня так. Видишь, даже люди знают, что у меня нога. А ты тут... У тебя нога. У меня даже две есть. У тебя две ноги даже есть. Впереди целуй меня и занимайся этим. Давай. Мне надо меня там поснимать чуть-чуть потом. Сейчас поснимаю. Так, сколько Сереге лет? А, Сереге уже далеко за 30. За 40. Уже, за 40 уже, да? Все, да, ребятки, все, всем спасибо, кто поддерживает. Если кто ВКонтакте мне... Ой, знаете, напишите мне ВКонтакте, какие упражнения можно сделать, чтобы не тревожить ножку мою. А, конечно, живем вместе, конечно, конечно, конечно. Все, всем пока-пока.